Сотрудники правоохранительных органов, допустившие теракты в московском метро, понесут наказание. Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев. По его словам, будет проведена детальная проверка. Как стало известно, накануне терактов в одном из отделений милиции Москвы поступило сообщение от жительницы столицы. Якобы она услышала разговор двух чеченцев, обсуждавших детали подготовки взрывов. Профилактика все-таки не сработала. Понятно, что подготовка террориста-смертника – это дело тонкое, но не для спецслужб. Они это знают, они примерно представляют, где, как это готовится. Поэтому, конечно, будут вопросы. Будут вопросы внутри системы, будут вопросы профессионализма, будут вопросы эффективности. Это нормально, это естественно.